Получается, у нас информацию все, всю информацию просто-напросто, ну, достоверно не показывают. Я просто-напросто остался здесь, я здесь уже нахожусь около 2 месяцев. Мы стоим здесь за идеи, не за деньги, как некоторые пишут. Мы поменяем страну, поменяем власть, и станет немного лучше. Мы до конца здесь. Что нам бояться? Нас потихоньку и так уничтожают, как нас. А здесь говорят, что здесь одни бомжи собрались, здесь средний класс. Я тоже бизнесмен, имею свой бизнес. Почему у нас низкие пенсии? Его. Пенсии низкие почему? Потому что банда разворовывает, будует себе... Хоромы. Хоромы, рейхстаги. И говорят, что у нас... Да. Что это война. И мы экстремисты, а они нет. Ну, вот, посмотри. Горячая гречка. Вот она вот. Я покушал. Вот эта женщина пришла к Никитину. Мы из Казахстана, кстати. Сам Казахстан. Казахстану привет. Я вот здесь 4-й день, я не видел ни в одном, чтобы шалаше или в чем, чтобы люди пили там, водку напивали. Потому что даже Беркута, если бы они, когда они уже свыше 100 человек задержали, они бы говорили, так нас пьяные бомбят, они под эффектом алкоголя. А никого, никто не пьет, здесь все трезвые. Мы 2 месяца стояли мирно и стучались. Услышите нас. Только что парень был с России, из Калуги, пришел тоже. Ему здесь тоже говорили, там в Калуге показывают канал российский, что здесь фашисты захватили центр Киева, палят Беркутов. Только этот ролик, когда на Беркута попал этот коктейль Молот, когда он загорелся, палят Беркутов. Он пришел, он говорит, вообще другого мнения здесь, вообще другого мнения. Здесь бабка первый день, не первый, а 23 числа здесь Иван был сбоку, говорит, здесь бомба падает так, как вот, говорит, 10 метров падает бомба сбоку. Говорит, я прикрылся, говорит, сзади слышу, стучит по спине кто-то. Я поворачиваюсь, бабушка, да, говорю, да, мать, супчика будешь, сынок? Говорит, так бомбы падают. Ничего, ты голодный. Украинцы, ты скоро из меня на сын.